22 ноября 2015 года в колонии была организована интеллектуальная игра «Поле чудес». Мероприятие проводилось в помещении столового учреждения с целью повышения культурного уровня и расширения кругозора осужденных. Для игры была выбрана тема, касаемая русской словесности. Участие в игре приняли представители всех отрядов колонии. В каждом отряде из числа самых эрудированных был выбран один участник викторины. В финальной игре встретились представители отрядов номер 1, номер 2 и номер 4. Победителем стал осужденный Носков, отряд номер 2. С победой эрудита поздравил капитан внутренней службы Батманов Николай Леонидович, вручив ему сладкий приз. Также на мероприятии Николай Леонидович поздравил осужденного Яковлева, отряд номер 14. С победой в конкурсе изобразительного искусства «Гувсин России» по Свердловской области и вручил присланные с управления призы.